депутатом законодательного собрания Красноярского края, зарегистрированным по адресу город Красноярск, улица Взлетная, дом 26, квартира 35, фактически проживающий по адресу город Красноярск, улица Борисова, дом 28, квартира 102, несудимого обвиняется в решении преступления, предусмотренной частью 6 статьи 290 Кодекса Российской Федерации. Постановил срок заключения под стражей Близкова Александра Александровича 17 декабря 1972 года рождения продлить на 1 месяц 30 суток, а всего до 4 месяцев 30 суток, то есть по 30 марта 2024 года. Содержать Близкова в ИКУ СИЗО 1 по всей России по Красноярскому краю. Постановление может быть обжаловано в Красноярский краевой суд в течение 3 суток со дня вынесения. Судья наложил.